Сейчас смотрите, 501 мотор, блок двигателя. Трещины пошли какие. Я не знаю, видно? Наверное, видно. Здесь, здесь, здесь. Автомобиль приехал своим ходом. Вот с такими вкладышами. Человек сказал, соберите мне назад, поеду дальше. Жесть. Конечно. Составные, да. Вот так вот бывает. Ну, то есть он еще бы недолго, да, и как бы отвалился. Блок развалился уже почти пополам. Он уже трещина сами пошла. Ну да, она вон прям. Она уже пошла туда, и скоро бы система охлаждения, и все. И вот здесь вот тоже. Здесь вот у меня прям трещина, прям по-моему туда подгизывала, устремилась. А как это так люди вот доводят машину до такого? Это же он не день ездил, правильно, на ней? Ну, да, он в 19-м году сделал. Вот она трещина, походу, дело наружу аж вышла. Угу. Есть такое дело. Типа в 19-м году делал капиталку. То есть, по моему мнению, было, что видишь вот это место, вот этот болт идет вот сюда вот как раз занизано. И то есть такая херня бывает, когда там масло остается, болтом вкручиваешь гайковерку. А, все, это как ты, мы последние вот делали видео, выдували, ты да. Рассказывал, что там да, масло. Да, да, что такая херня может быть, нахуй. Ну вот, мое мнение, ну как он после этого еще год проездил вот с этим вот, я не знаю. Они сказали, что у них там вырывало что-то, болты коренные, что-то вот этот вырывал или этот. Какой-то вырывал, они новый поставили и дальше поехали. Ну как, бывает он такое. Так проездил? Ну, счастливчики, я не знаю, даже коленвал не провернул, но коленвал такой из прогиб имеет.